Всем Изи привет, вы на канале Алиса Изи Пэтс. Меня зовут Изи Роза, а это наш кот Василий. И все, мы вам обещали показать все игрушки кота Васи. Ну вот, смотрите, стоит коробок, там лежат все его игрушки, и кот подходит и самостоятельно выбирает то, что ему нужно. Сейчас он выбрал зайца, а выбирает он его вот оттуда, из того коробка. Ну что, Вась, заяц улетел? А ну-ка, иди, бери еще что-нибудь. Но кот сейчас наелся, возможно, еще что-нибудь сейчас возьмет. Иногда бывает такое, что я прихожу в комнату, все игрушки выкинуты из коробка и валяются по полу. И Вася все раскидал, все подоставал и всеми уже по разу поигрался. Сейчас как раз будет что-то второе выбирать, потому что зайца у него забрали. Что же ему на этот раз понадобится? Подпишись, даже если у тебя лапки. А еще у нас иногда случается, что Алиса берет и закрывает коробку. И кот тогда совершенно расстраивается и пытается эту коробку открыть. Вчера пытался открыть лапой, зубами, он об нее трется, он просит ее открыть. Но что-то он, наверное, сильно много съел и сейчас совершенно не в игривом настроении. Ну-ка, держи, заяц, нужен тебе. У нас продолжает стоять жара, и, видимо, как и все остальные животные, Васе сейчас хочется поспать. А вечером, когда он играет, то очень плохое освещение, у нас снимать это дело все не получается. Ну что, Вась, давай посмотрим, что у тебя в коробке есть. Ты не обидишься? Недавно мы распаковывали вот такие шарики-кошарики. Их прислала наша подписчица. Васька их просто обожает. Держи. Их три штуки. Но я смотрю, что-то один есть, а еще два куда-то он, видимо, уже забуцал. Вот такую игрушку нам прислали. Вася тоже любит из нее вытаскивать мышь. От наполнителя кошачьего у нас целая куча мышей вот таких. Их у нас, получается, мы две пачки наполнителя покупали, поэтому мышей у нас должно быть теоретически 6. Но я пока нашла только 4, а где еще 2, тоже знает только Вася. Ой, у Васи есть вот такая удочка с рыбой. И он тоже любит этим поиграть. Вась, дай я остальное покажу. Дай я покажу остальное. Она как царапка работает. Ну все, кот вцепился, я уже не смогу вытянуть у него эту рыбу. Потом еще Васе прислали вот такую погремуху. Он ее, как видите, боится. А, вот нашлись еще 2 мыши. Они просто зеленые, поэтому их не видно. Когда-то мы покупали на китайском сайте вот такую штуку, на ней была палочка с пушистиком, но кот оторвал и теперь неизвестно где. Это когда-то Алисе подарила подружка на Новый год, но оно все ушло коту. Еще вот такую штуку нам дарили, тоже очень пушистая. Вот эта штука с кошачьей мятой, вся занянчена, замызгана, она очень грязная, уже он ее облизывал вдоль и поперек. Вот такую вот самодельную штуку нам присылали. Кот сейчас боится из-за того, что погремушку я доставала. Он боится громких звуков. О, я помню, когда это было видео. Короче, мы купили вот эту мышь в магазине. Она пушистая, кот ее просто обожает. В огромном количестве здесь есть всякие шарики. Их вообще, наверное, штук 20. Но в данный момент, наверное, их штуки 3. Потому что кот их все куда-то разбрасывает по квартире. Мы их найти потом не можем. Хотя он всем этим играет. Еще вот такая конфета у него есть, но она тоже гремит, поэтому у кота даже шерсть дергается на спине, когда я ее достаю. Вот этот шарик у него очень давно, еще он маленький был. Но как-то он им особо не играет. Иногда не знаю, почему здесь прищепка. Без понятия. Вот это Алисина игрушка, она тоже почему-то теперь лежит у кота. Ну, был год змеи, ей подарили змею, но она теперь коту принадлежит. Это вообще дракон. Кстати, любимый дракон. Ну, просто Вася оторвал ему голову. Есть еще вот такой мячик, он пустой. Я так понимаю, что это от какой-то игрушки, но кот его тоже использует как катательную штуку. Вот такая штука у нас есть. Да, Вась, подходи ближе. Этим Алиса часто играется. Есть вот такое непонятное нечто. Мне кажется, оно самодельное. Это был зайка. В год зайца тоже Алисе подарили. И играет с этим кот. Есть еще вот такой дракон. Он почему-то одноглазый. А эту игрушку шила Алиса. Это кот. Но
наш кот оторвал этому коту хвост. Вот такие резиновые штуки кот не очень любит, мне кажется, потому что они имеют резкий запах, поэтому они просто лежат в коробке, он их почти не достает. Есть еще вот такая штука, которую подписчики прислали. Очень нравятся коту вот эти вот шарики маленькие. Но их собрать после того, как он их разбросал, практически невозможно. А, нашла я мышь. Как это выглядело? Была вот такая игрушка, мы ее в Китае заказали, в ней была палочка, а сверху мышь. Теперь все раздельно, где палочка, я без понятия. Вот это тоже подписчики прислали. Это, я так понимаю, что пасхальная игрушка какая-то, но ее решили вот так прицепить на веревочку для Васи. Ну и последнее, это, по-моему, шарик. Я не знаю, это Алиса сделали, может, нам кто-то прислал, кот еще таким играется. А это любимейшая рыба, тоже заказана на китайском сайте. Вот здесь она расстегивается. И вот здесь можно подсыпать кошачью мяту, но мы ее уже давно не подсыпали. Кот просто играется вот такой рыбой. Кстати, была еще одна рыба, которую нам подписчики прислали. Я ее постирала, и валяется она где-то в прихожей. Короче, кот все свои игрушки разносит по дому. О, я забыла. Еще когда-то Алисе подарили вот такую штуку на холодильник. Она крепится, в ней магнит. Так вот, кот ей тоже играется. Но самая любимая, конечно, это заяц. И вот такая рыба. Это самая любимая у кота. Обнаружила в коридоре вот эту рыбу. Она у него тоже любимая-прелюбимая. Верну ее обратно в коробку. И в коридоре лежала еще вот эта игрушка. Вася любит ее, достает из коробки и буцает по всему дому. Ну, это были Васины игрушки, а это Васино баловство. Видите вот эти вот штуки? Мы сначала думали, что это мусор, но нет. Вась, морду убери. Видите вот эти вот зацепки? Что это делает кот? Кот лижет коврик. Это кот у нас дерет ковер. И еще он дерет вот эту стену. Ее особо не видно. Вот здесь вот видно царапины от кошачьих лап. И мы давно собирали и сделали Васе подарок. А теперь смотрим. Вот кот, вот его подарок. Я бы тоже такой подарок, честно говоря, хотела. Ну теперь надо как-то Васю заманить, чтобы он сюда сел. Вась, подарок. Иди вот здесь вот лежит. Подходи. Не бойся. Ой, а он ему и так понравился. Я просто думала его заманивать чем-то. Вась, смотри, какой подарок классный. Смотри. Оп. Куда я положила? Вот сюда. Просто кошку, я так думаю, просто так быстро этому не научишь, чтобы он прям сидел здесь. Короче, мы купили коту царапку. Вась, залазь. Это у нас зоопокупки. Но это еще не все. Василий, у меня вот здесь еще есть. Оп. Залезай туда. Оно там лежит, наверху. Нашел? Вот. Вот так вот. Вот так вот. Это драть можно. А ковры нельзя. Короче, я очень рассчитываю на то, что кот будет вот это вот царапать. И даже вот это, если он будет царапать, тоже пусть царапает. Посмотрим, как он у нас сюда поместится, потому что мы на него не примеряли. Ой, слушай, у нас цирк можно устраивать. По-моему, очень хорошо смотрится. На тебе еще вкусняшку. Сиди здесь. Здесь хорошо, здесь можно царапать, здесь можно спать. А вот там нельзя царапать. Вот так вот через вкусняшки мы кота уговорили присесть на его подарок. Мне очень нравится. Кстати, эта штука полностью разбирается. У нее откручиваются все эти части. Вот, крутится. Если что, кота в космос можно запускать. Мы ее заказывали тоже через интернет. Видите? Оно все в разобранном виде пришло. И вот эти вот штуки тоже откручиваются. Ну, короче, полностью вот это все разбирается. И это наша любимая торговая марка Triol. Короче, я теперь покупаю в основном две торговые марки. Ну, это если по товарам для животных. Это Triol выбираю, потому что мне качество понравилось. И гамма, там какие-то гамаки для крыс. И еще разные у них штучки прикольные есть. Но это еще не все подарки для тебя, Вася. Я еще в интернете заказала. Сейчас я покажу, что. Вот такую вот подложку под миски. Короче, в чем проблема? У нас кот, когда ест, он все из мисок достает и вываливает на пол. И линолеум на кухне очень часто остается грязным. Раньше мы брали кусок другого линолеума, стелили. Потом тот кусок линолеума мы брали, мыли
И по итогу это не совсем удобно, потому что линолеум подворачивается, короче, топорщится. Но когда делали заказ, Элиса кричала: «Я хочу, хочу вот такую вот штуку». Это как салфетки на стол, знаете, стелятся. Очень хорошо кот сюда залазит. И он при распаковке сбежал, потому что он боится всяких штук шелестящих. Слюнями, смотрите, все закапал. Кошка уже хочет есть. И вот эта штука, она сделана из пластика, а по толщине она довольно плотная, но я не знаю, что это вот за материал. Он достаточно мягкий, но я думаю, он легко очень будет мыться. Короче, вот эту штуку для кота выбрала Алиса. Ей очень понравилось, потому что, говорит, похоже на нашего кота, плюс кот любит рыбу. Но это еще не все. Вась, не уходи, я тебе еще подарок купила. Ну, поскольку уже такая красивая подложка, то мы коту заказали вот еще вот такой подарок. Как видите, это тоже фирма Триол. А здесь у нас вот такая штука. Очень интересная. И, как все подростки, Алиса очень сильно любит пончики. Но это пончики для кота. И кот услышал шелестение и опять сбежал. Вы только посмотрите, какие крутые миски. Они с пончиками. И они тоже оказались триоловские. Короче, это миски, из которых можно есть, из которых можно пить. То есть рядом будут стоять две миски, из одной кот будет есть, а из второй он будет пить воду. И она на вот такой подставке. Мне кажется, это очень удобно. И вот как вся эта конструкция будет выглядеть. Будет подложка, а сверху будут стоять вот эти миски. А в миски мы будем насыпать еду. И кот уже пришел, заинтересовался. Да, правильно, здесь будет еда. Смотри, вот здесь, оп, будет еда для тебя. И отлично, у него морда проходит, но он ест мимо подложки. Он все равно достает куда-то дальше. А ну-ка. Как все кошки. Ну, сейчас он почти попал на подложку. Мы кормом кошачьим кота, если что, не кормим. Это у него вкусняшки, которых можно там 15 штук в день. И кошечка их кушает. Это у нас только там, скажем так, для съемок видео побаловать кошечку. Ну и раз уж пошла такая пляска, то мы Васе купили еще один подарок. Это тоже, как вы сами понимаете, выбирала Алиса. Хоть у кота и много игрушек, но Алиса считает, что игрушек много не бывает. И она купила коту еще вот такую штуковину. Это у нас енот. Вы узнали? Это енот. Познакомьтесь. Правда, у енота шелестящий хвост, а кот наш реагирует на шелестение вот так. Обычно он уши прижимает. Но он уже учуял, что здесь что-то интересное. И тоже игрушка получилась от Триол. Написано: активная игра, игрушка для кошек Бобр. Здесь в ней, как вы сами понимаете, есть кошачья мята. Вась, бобер, 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 прых. Короче, нам еще вот к этой штуке нужно кота будет приучать. Если кто-то приучал кошку к царапке, чтобы она вот здесь царапала, напишите мне, как вы это делали, потому что я знаю, что есть средства, которыми это все брызгается, и кошечка потом подходит и царапает там, где нужно. А в тех местах, где не нужно, чтобы он царапал, брызгается другим средством. И коту игрушка очень даже понравилась. Вот такие у меня сегодня были зоопокупки для кота. Я думаю, что миски ему понравились. Подложка, я рассчитываю, что она хоть какую-то роль сыграет, потому что обычно мы кота кормим кашей, и он так далеко ее не относит. Ну, вы понимаете, что смесь мяса с кашей кот далеко уносить не будет. Если вы вдруг не знаете, да, кошек можно кормить кашей, особенно зеленую гречку. Это очень для кошки полезно. Подпишись, даже если у тебя лапки. Всем привет! Сегодня у нас снова будет отправка посылок для наших подписчиков. И как я обещала, передаю приветы всем, кто заказывает у нас товары в нашей группе ВК и в нашем Инстаграм. Сегодня привет я передаю Чередеевой Ане и ее младшим братишкам Валерии и Максиму. Привет вам, ребята! Они заказали у нас один корм для карлика хомячков и еще вот такой замечательный набор замок. Думаю, ее хомячкам он явно понравится. Еще раз вам привет, ребята! Ну, а на этом мы с вами прощаемся. Вот такая у нас была сегодня чудесная игра с распаковками, с запаковками.
отправками. Коту, я надеюсь, что все это дело очень понравилось. Так что встретимся в новом видео завтра ровно в 18:00. Вася машет вам лапкой. Всем изи-пока!